И снова здрасте. Так. Сегодня у нас на повестке дня ручки-дрючки. Значит, у меня тут оказалось не особо слипые-то дела. Но есть вот такие вот, да, чуть-чуть поменьше. Ну, будем считать, что у нее просто ручки будут чуть-чуть. Даже не сами ручки, а скорее шарниры. Ну, ничего, я думаю, как-нибудь переживу я этот момент. Расскажите хоть, как вам сидится на карантине. Надеюсь, к 1 мая мы все останемся в уме. Но это не точно. Главное, чтобы ваша выкройка ложилась так же, как и на вот этой стороне. То есть, если здесь у меня краешек упирается и здесь чуть-чуть выходит, то и тут должно быть точно так же. Иначе будет кривовато. Так, ну что, вот такой у нас процесс. Я не стала снимать, как предплечье вырезала. Оно вырезается точно так же, как и плечо, как и ноги. Вот, готовы уже два шарнирчика. Естественно, это все вырезано грубо. Но я буду все доводить до формы дремелем.
Из рук у нас осталось самое сложное – это кисти. И кисти у меня есть только в таком состоянии. Но я думаю, что как бы даже не знаю, попробую просто прямую кисть, такую немножко расслабленную, так как-нибудь буду на свою смотреть и вырезать. Думаю, здесь просто потолще, а здесь поуже. Не знаю, может быть так. Или варежечку, не буду, наверное, каждый палец. Для первой куклы, я думаю, нормально будет. Так, ну что, значит, выпилила я на лобзике такую заготовочку по шаблону. Немного доведу ножом до ума. С кистью не все так просто. Один из самых сложных элементов. Но у меня есть помощник. У меня есть такие макетики. Вот. И на них разные ручки есть. Вот я достала более-менее подходящую. Сейчас я вот смотря на этот макет. Он в смысле похож на наш. Потому что вот шарнир. Вот так. Шарнир будет. Вот, и я как раз вот поставила себе вот так вот и сверху вот смотрю и перерисовываю. Значит, большой палец у нас. Так. А дальше вот здесь уже идет кисть. Здесь первый палец отогнут. Вот, а другие немножко согнуты. Я так не буду делать, у меня они будут чуть-чуть... Все чуть-чуть согнуты. Поэтому сделаем их вот так. Значит, то же самое здесь проводим. Поворачиваем нашу кисть. Смотрим, как у нас здесь. Идет. Так. И вот здесь вот такая ладошка получится. Вот, сейчас быстренько сниму ножом лишнее и пойду бормашинкой доделывать. Осталось самое сложное, на мой взгляд, это пропил пальчиков. Я все-таки решила не варежку оставлять, а пальчики сделаем. Сейчас намечу примерно, как они будут. И на лобзике пропилю. Вот эта ручка мне нравится меньше. Очень много отрезала от большого пальца. Но посмотрим. Здесь он не такой тонкий. В общем, будут, видимо, пальцы пианистки. Вот дальше уже бормашинками буду доводить до ума. Прежде чем показывать, как я из вот этого сделала вот это. Ну, слушайте, я, конечно, для первой ручки я считаю, что очень даже неплохо. Просто в следующий раз
я оставлю больше материала. Ну вот здесь мне будет сейчас лучше работать, потому что тут толстые пальчики. А здесь у меня изначально были вот эти два пальца слишком тонко сделаны, поэтому пришлось такую с тонкими пальцами делать. Не сказать, что я довольна на 100%, но вполне себе реалистично, особенно если учесть, что у меня вот такие ноги, то как бы ручка очень даже ничего получилось. И в следующий раз все-таки эта поза достаточно руки не расслабленная, она скорее там махать там «Эй-эй! Привет!» А нужно, чтобы рука была, ну, свободно висячая, это вот с такими пальцами. Вот этот палец у нас, как всегда, гуляет где-то, а вот эти чуть-чуть собраны. То есть вот, вот такая поза должна быть. Вот большой палец я довольна, а вот это все-таки немножко напряжена рука. Ну, то есть пальчики надо было этот оставить, а вот эти подсогнуть. А на следующей кукле уже учту свои ошибки. Ну, а теперь давайте-ка обработаем. Хотела сказать быстренько вот эту ручку, но это вообще ни разу не быстро. Слушайте, но этим можно заниматься бесконечно. Я имею в виду, тут еще шлифовки очень много, но в целом ручки готовы. По-моему, результат стоит того. Мне нравится. Главное, не две левые сделала, и то хорошо. Так, ну что, вот наша ручка и готова. В следующей части будет торс, финишная сборка, потому что голова у меня есть. Вот она. Она была вырезана еще до Нового года, но отдельно потом, когда я закончу с этим всем, отдохну немножко, я сниму, как вырезать голову, чтобы уж полный комплект был по кукле. Всем спасибо за просмотр. Пока!